Всем привет! Сегодня готовлю шоколадный рулет. Вкусно, быстро и просто. 7 минут готовится тесто, 7 минут оно выпекается. А пока выпекается, готовим крем. И еще 10 минут оно остывает. Сворачиваем, разворачиваем, промазываем кремом. К 100 граммам муки добавляем 2 столовые ложки какао-порошка, 1 чайную ложку разрыхлителя и перемешиваем. Отставим в сторонку. В другую миску разбиваем 3 яйца. Добавляем 100 грамм сахара, 2 столовые ложки меда. Если мед густой, нужно его растопить. Вместо меда можно добавить сироп. Взбиваем миксером 4-5 минут до увеличения массы в объеме. Добавляем просеянную муку с какао в 2-3 приема. Замешиваем тесто. Стандартный противень от духовки застелим бумагой для выпечки. У меня многоразовое использование для выпекания без масла, поэтому я ее не смазываю. Ставим в разогретую духовку и выпекаем при 180 градусах 7-12 минут. Все зависит от вашей духовки. Готовность можно проверить деревянной шпажкой. Но главное, корж не пересушить. Сразу горячий бисквит кладем на сухое полотенце. Снимаем бумагу для выпечки и сворачиваем рулет. Дадим остыть. За время, пока выпекается и остывает корж, приготовим начинку. В сотейник кладем 150 грамм ягод, у меня замороженная вишня, 50 грамм сахара, 1/2 столовой ложки крахмала. Перемешиваем. Дадим постоять, чтобы ягоды дали сок, или можно подогреть в СВЧ. Ставим на огонь и варим до загустения. Снимаем с огня, дадим остыть. Приготовим крем. В миску кладем 150 грамм сметаны с жирностью не меньше 20%. Добавляем вареное сгущенное молоко 100 грамм. И взбиваем миксером до однородности. Крем готов. Разворачиваем корж. Смазываем кремом. Сверху кладем остывшие ягоды вишни. Заворачиваем рулет. Дадим рулету пропитаться. Я убираю в холодильник, чтобы окреп крем. По желанию можно бисквит пропитать пропиткой. Для удобства разрезаем рулет на 2 части. Украшаем по желанию. Я полила растопленным шоколадом. Отличная замена тортику готова. Нарезаем на порционные кусочки и подаем к столу. Если вам понравился рецепт, тогда ставьте лайки, пишите комментарии. Вам не трудно, а мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Они выходят каждый день. Желаю вам приятного аппетита, кушайте вкусно и будьте здоровы!